Ребят, всем привет! Сегодня я буду ездить с грузом, заниматься велоспортом. Сегодня у нас велогруз, это Алиса. Велогруз. Мы сегодня с ней будем гонять там вдоль набережной. По бездорожью здесь вообще будет круто, отвечать. Ты имей в виду, что? Ребенок под твоим контролем. Шлем и детский, да? Детский а шлем? А можно без шлема? У нее, правда, рожки сегодня сделаны, но а не что знаю. А что будет, если без? На, держи, палки. Куда еще голову расту? Алиса, ты не боишься? Я сегодня злой крокодил, я не боюсь, я хавый крокодил. Хорошо, я молодец, моя умница. Мы все-таки решили Алисе расплести рожки, чтобы она могла одеть шлем. Все, одеваем. Подожди. Твоя песенка лишь началась, но ты уже чуешь, что твоя песенка спета, потомственный маг. Ты собственноручно выкинул мусорку, путь к успеху. Твое шоу никому не привлекает. Одевай. Да, да, да. Уверен? Я не знаю, как я смогу кататься, наверное, мы упадем вместе с ней. Жопа, жопа здесь. Жопа большая. Можешь ехать? Все нормально? Басков, Коля. Ну как впечатление, Алиса? Классно? Великолепно. Но у меня мышцы качаются сразу. Хорошая тренировочка, да, Лёва? Девчонки, ничего не намекаю, но извините меня, номер 8-800-5-5-5. Ничего вы гоняете, ребятки. Ой. Ну как вы покатались? Мы еще не закончили катание, но это уже супер. Я чувствую легкость, я чувствую... Ой. Ты че? Это Лёва? Не надо, Алиса, не удержишься, упадешь, не балуйся. Мам, я причем свой крокодилоходник. Всем пока-пока.